А если еще и блок питания купить? Термалтейковский. На 850. Спасибо, что помог отбить тюрьму. За 9 с чем-то там. Вот тебе и приехал. Ой. Ташка. А это что-то такое вот. Так, все. Пожрали наших городских. Популяция животных оскудела. Мишка, потаты. Мишка. Уже забыл управление этой пиздецкой. Так. Что? Берем пумочку еще. Привет, ребятки, спасибо еще раз сегодня. Так, кто это? Что ты хочешь? Башоу рассказывал, что у него есть отличный план, как избавиться от сектантов раз и навсегда. Вот только я сомневаюсь, что его план хитрее, чем сжечь к херам. Нанимать мы тебя точно не будем. Да, медведь дверь сломал, когда залазил. Правильно сделал. Пас, блин. Убейте пуму! Бедолага. Ух, не тебе себе. Ах, уроды. Молодец, Мишка. Фига там самолет у них стоит. Задницу ты, коза, блин. Я потратил на них дня. Нифига себе аппарат. Кем пуму завалил?
Стой! Ты аж копыта только кверху. Вот ты, блин. Как ты со своей пумой нехорошо обошелся, а? Беднягу. А чё надо, блин? Лазать где не надо. Ну а что тут делать? Это же кошка. Я понимаю, Григорий. Ты еще не двигать можешь. Переехать. Но вот для того, чтобы это сделать, надо поехать. Чтобы ночей не спать. Мало таланта, мало всего, как Григорий совет. Надо так об этом не считать. Я всю, я вот ночей не спал, мне казалось, когда я выйду на сцену, и люди, вот этих людей будут какую-то мою песню петь. Я каждый раз забор не сделал. Ой, блин, я извиняюсь. Вот именно. Чуть не умер. Ой. Просто можно так захотеть. В общем, вывод такой, да, что я не занималась и не хотела. Нет, что не правда. Ладно, сейчас только время начнется. Я микрофон вырублю, чтобы не слушал. Гоните тут, гол подняли, у меня уже в ушах звенит. Да эти тут гудят. Бешеные. Она очень талантливая. Девочки, которая очень хорошо тянется к искусству, много чего там знает. Судья Медведь, что ли? Давай пойдем, но найдем. Скачет. Зубр какой-то. Фаза. Фу, не кушай его, невкусно, пошли. Этот медведь интересный. Вы, блядь, это наркомания, блядь. Бля, сейчас туда зайду и точно там, блин, офигею, наверное. Ладно. Да,
землю, падла, блин. Ой, бля, куда я упал? Вообще капец. Козлина. Капец, это наркомания, мать её. Это капец. Все. Ура! Мы победили. Вот это я дал. Все, валим отсюда, бо у меня уже крыша сорвала. Фу, блин. Овца, блин. Вот дура, блин.
Хи-хи-хи. Не знаю, откуда берутся эти ангелы, но говорят, что из старого магазина Нолана. Мол, кто-то видел, как туда заходили люди, а обратно выходили уже ангелы. Что за херня? Я валю нахрен! Вали, вали. Thank you.
Правильно, взять его. Так. Мишка. Что машина носит, так уже видно. Долго. Колесо пробито. Что ты там, ну, дурку? Хотите попотеть? Будет жаркой. Сжечь, детка, сжечь, детка, сжечь! Вы не волнуйтесь, бензина хватит на каждого. Я Карл Великий Виктор Башол. Ну, если это длинновато для повседневной жизни, зови меня Акула. Это моя адская вечеринка. Здесь я могу быть самим собой, вдали от глаз свидетелей, надзирателя или других легавых, таких как ты. Здесь мне ничего не грозит. Я могу дать волю пламени и беспределить без штанов. Пока я еще в них, но мало ли что случится в ближайшие минуты. Моя аппаратура может разгонять до 110 децибел отборного музла. Но от этой музыки ангелы начинают носиться как бешеные. И я не знаю, нравится она им или нет, но отвечаю, выглядит очень прикольно. Не парься, эти ангелы уже покойники. Я просто помогаю им попасть в диско-рай. Хочешь со мной? Будет весело. Обещаю, я никому не скажу. Штаны надевать обязательно. Я врубаю музыку и огнеметом заставляю их танцевать. А ты возьми, не знаю, да все что угодно. Сожжем их всех к чертям.
А, блядь, сука, слазь нафиг, баран, блядь. Капец, блядь. Ты их подключал, баран, давай, дорогой. Вот так, ты чё? Ты чё разлёгся, блин? Ума разлёгся. Козёл, блин. Искры бегают, мы... Пума моя сдохла. Ладно, проваливай. Будешь развлекаться с ангелами, зови. Вы дуры, блин. Сейфи у тебя почищу, сволочь-то. Двести пятьдесят. Маловато. Шо, Потапыч, шо ты тут? Пошли, родной. Пума наша умерла. Попозже вернется к нам. Живу я ничего.
бизон. Спасибо, что защитил тюрьму. Да уж. Thank you.
Угу. Мишка, слабый. Нифига себе попал. Миша, блин, тихонечко. Миша, свали с прицела, баран, блин. Сука, блядь. Да шо я, блядь, не могу попасть. Сука, уроды, блядь. Сволочь, блядь. Ушел там, Вов, воюешь. Да это пиздец, это снайперка кривая такая, блядь. Ты ж раньше ей всегда был доволен. Не знаю, блядь, отвык видно, блядь. Ну да, только аж как мячик отлетел. Да, ты там не смотрел вообще, с этими с дымящимися воевал. Пуму сожрали. Или убили, или бог, я не знаю, что здесь случилось.
пожалуйста. Спасибо. Ты бы этого дурика позвал сразу. С базукой. Спаси меня, спаси меня. Без тебя пропал бы. Сколько связанных, да, сидит? Да капец. Я не хочу умирать. Не хочешь? Сиди и стой тут. Эй, вытащи меня отсюда. Здравствуй. Помни мою доброту, кузин. Спасибо за помощь. Я доктор Чарльз Линдси. Я из тех, кто укрылся в тюрьме к югу отсюда. Вера и Ангела давно пытаются добраться до нас. Я искал способ помешать им, когда меня схватили. Я знаю, как создать приманку для ангелов. Но ингредиенты остались в сумке, которую святоши бросили в пруд. Но я не умею плавать. Да-да, так бывает. И хочу, чтобы ты достал меня. Графика, конечно. Начинается. Серьезно. Я должен тебя достать. В пруд кинули. Где в пруд ты, баран? Кинули в пруд. Где, по-твоему, должен ее найти, а? Плавать не умею. И куда ты ее в пруд там кинули? Ладно, иду я поныряю. А пруд это? А? Ну да, в принципе, как пруд. Найдите сумку доктора. Придумал тоже, да? Кинули ее в пруд. Вон она, что ли? А, вон, да, 52 метра. Это оно? Не знаю, плыву. Да. Грабленный задыхается. Так, вот. Что, опять то же самое? Тебе что? Баба. Ладно, все с тобой ясно. Тебе что? Что мне нужно, то я и спрашиваю. Да, помогай. Вроде что. Я про сейчас спрашиваю, а не про завтра. Миша, ты что, не видишь, что по мне стреляет, Миша, блядь? Сволочь ты. А что, не имею права? Что ты работал? Что еще? Не имею права? Видишь, работал, что? Не работал, что? Ты это не знаешь, что? Чтоб я передавал там? Да не передавай, господи. И как я передаю, не умер. Не обломился. Ладно, все, ничего, все, ладно, все. Одно и то же, что ты?
Ты почему? Не было. Это понятно, конечно. Как ты без суставов? Ты же не знаешь, что мало. В сопротивлении меня прозвали док. Как шкет был, плохо. Теперь а? Тоже плохо. Все плохо. Мне приходится все время вынимать пули, зашивать раны, вправлять кости, отговаривать самоубийц. Это не мой формат. Я учился ковыряться во внутренностях коров. Но, наверное, какая-то польза от меня есть. Когда живешь вдали от города, учишься тратить запасы себя. Эти идиоты и мальчики не знают, с кем они связались. Черт возьми! Может, теперь мы наконец покончим с зомби-солдатами Иосифа? Поверить не могу. Все, ты придурок, блядь. Ты спас нас всех от смерти? Серьезно? Кстати, я Чарльз. Все зовут меня Док, но я не... Я не совсем правильный доктор. Я ветеринар, но сейчас за местного полевого медика. Зашивать раны от пули, принимать роды у животных — совсем разные вещи. Прости, неважно. Дело такое. Я нашел кое-что, что привлекает ангелов. Мы сможем согнать их в кучу. Хотел испробовать, но все пошло кувырком. Сраная секта. Мне не хватает ингредиентов, но меня убьют, если я останусь здесь. Я должен вернуться в тюрьму. Выручишь меня? Я дам список того, что нужно. Если найдешь, у нас появится реальный шанс выжить. Хорошо. Вилла, ох, какой-то еще шит. Сражался как бог.
Блин, фиг туда не идет, козел. Да, странно. Почему не пошел? Не идет, сволочь, и все, не знаю. Да иди уже, блядь. Это коллаж же у тебя, да? Да. 12-й, да? 12-й. А может 15-й. Мишка, ты что, не видишь, что меня, блин, Мишка топчет, блядь? Ты смотришь на это. Ну, кузен. И покатился. О, поскакала. Сюда. Боеприпасы мне. Самолет? А, не, вот он. Козлы. С лопатой, ни хрена себе. А шо он представился, встал тут и стоит так что. Все какие-то дымчатые стали. Прямо куча дымчатых. Ну. Раньше такого не было. Сейчас прям пачками. То были и простые, и это, а это они дымчатые почти лезут. Ой-ой-ой, приход какой. Такой... По траве побежал, какой приход поймал. Бабки надо зарабатывать. Бабосики. Ну что и так много. Не понял я. На дерево надо лезть. Вот козел. Ну, он же лестница стоит. А, вон он, медведь этот, да. Вот это медведь. И шо? Одна из двух я взял. Шо я взял одна из двух? Шкуру велорога ты взял одну. Слышишь, такая же фигня, как это ты делал в арке, во. Только без лестницы. Едет козел. Приход взорвать надо. Хорошо, что в тюрьме был ты. Я отскочил.
Вот дерьмо. Держись подальше от бункера Веры. Можешь подойти? Мишка, немного? Иди сюда, придурочный, блядь. Вот так. Могу, что хочешь, придурок. Моя сестра слышала, как эдемщики обсуждали мельницу мертвеца. Вроде как пумы спрятали припасы за водопадом. Я помолюсь за тебя. Молись. Все. Так, одна есть, а где еще? Вторая фигня. Вот она рядышком. Психи с пушками. Опять? Ну что, съебанулись, а что ли? За прикол. Ну, ждать тебе надо, пока появится Мишин. Черного медведя. Ну. И без катлет. Почему?
Да вот, пойду я, вот. Давай. Ну чё? Да ты этот час застрим-то. Два было ровно. Чё, какие у вас проблемы? Есть.
Ничего не могу понять, куда идти. За хрень. Миша, что ты там Спасибо, помощник. Я думал, мне конец. Олег, что ты сделал? Добрый Мишка. Еще бы. Парень, иди сюда. Все началось в обители Эдема. Раньше там промывали людям мозги. Теперь из них делают ангелов.
Хватит это терпеть. Идем на вертолет полетим, наверное. Thank you.
Сейчас зачисточку сделаю. Да, побежал. Тихо, Мишенька. Один выстрел, два трупа. Это красиво было. Бобосики нам нужны. Вижу чела. Тебе больно, блин? На, я тебе помогу. Больно ему, он говорит. Мы ему помогли, чтобы ему было больно. Сразу выздоровел. Все зачистили с него. Сейфа нигде нету, нет?
карту. Нормалек. Где же я надыбать ту карту? А? Где же нам карту найти? А? Где-то она должна быть. Убежал. Беги. Конечно, тебе повезло. Да и нафиг я это выкину. Где же карту найти, а? Вот там, Миша, водичку пьешь? Офигенно, приход такой, блин. Где-то карточка может быть, а? Мишань, ты что там, приторчал в кустах, ты видишь?
решение терзает нас. Весь день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. А затем наступает новое. Где эта карточка? Мы живем может так с самого детства. Было. Понятно, шаровики пришли. Карточка, нафиг мне твоя работенка. Ну что тебе за работенка? Эй, не сможешь помочь? Похоже, эдемщики заперли кучу ангелов в подвале. Не знаю, сколько их там, но я боюсь к ним подходить. Слишком много моих друзей стало ангелами. Слушай, нужно навести тут порядок, в том числе в подвале. Ты здорово поможешь, если спустишься туда и перебьешь их. Давай, вдруг там карточка есть. Где ж твой подвал, мать твою? Обалдеть! Каждый раз, что... Мы обязаны тебе спасением тюрьмы. Ага. Ого, тут можно свое увидеть. Вот оно чё. Вот оно чё. Берем калашек в руки. Прям красавчик, боже, как было сложно их всех убить. Наркотики. Мы готовились к стихийному бедствию или кризису. А тут сумасшедшая секта.
Сразу шаровик зашел. С них нубов умирают просто. Это капец. Спасибо тебе. Закружение, блядь, все. Все налаживается благодаря тебе. Спасибо за помощь в тюрьме. Ну, вот и все, ребята. Я думаю, на сегодня хватит уже, боже, голова квадратная стоит. От этого всего. Здесь мы закончим, здесь мы потом начнем. Так что, все, спасибо всем, ребятки, пока. Всем удачки, хорошего настроения, здоровья и так далее. Заходите, смотрите. Буду рад всем. Все, пока. Завтра на работу мне, так что нужно идти отдыхать. Все, до свидания, всем покеда. До встречи.